скиллуха понимания, понимаешь, ну, это как и везде, то есть скиллуха понимания, это, ну, понимание, это типа процесс анализа, то есть, как быстро я вышел на скиллуху, которая у меня есть сейчас. Я играю, где-то начал играть года 4 назад, наверное, может быть, 4.5. В принципе, вот StarCraft моя первая стратегия. При этом я не играл где-то года 1.5-2. Если вот брать перерывы, то есть я поиграл в начале месяц, потом 3 месяца не играл, потом за 2-3 месяца вышел в мастер, потом играл годик, потом полгода не играл, еще играл годик, а потом с перерывами месяц, через месяц так. Вот. Ну и вот этот последний год играю, да, то есть делаю контентик, играю, где-то месяца 1.5-2 не играл в этом году, наверное. Не дал зергу в SimCity поиграл, да. Вот. То есть, в целом, если грамотно подходить, если правильно начать, подойти к процессу, чтобы быстро выйти, ну, в топовые лиги, так сказать, да, там, мастер-лиги, допустим, и так далее, нужно месяц-два, не больше. То есть, на самом деле, 3 месяца можно выйти в грандмастер. 3 месяца. Если вот просто собраться и лупить. Тут главное понимать, что для этого нужно, и все. И, кстати, вот сейчас у меня будет выходить куча контента, там вот будет все вот эти вот истории о том, как выйти в грандмастер. Не как выйти в грандмастер, как там поставить цель, допустим, ее добиться. Такой разговорный контентик, короче, будет в ближайшие пару дней. И клевая серия обучений за все расы в течение месяца в октябре будет выходить. То есть, ну, если есть интерес вот как бы тренироваться как раз, просто тупо присоединяйся к этой серии, да, посмотри вот пару разговорных видосов, там типичные все истории, как бы вода водой, но полезная. Первый раз такая будет, смотри, там не то, что первый раз такая будет, там будет контент уже готов, и будет каждый день по видео, то есть первое число, это будет видео для всех рас общее, как там настройки, всякое такое. И затем каждые 3 дня будет видео для какой-то расы. То есть первый день, допустим, протосы, второй терраны, третий зерги, и пошло по кругу. Да? То есть 10 шагов за каждую расу, это в сумме 30 дней, это весь октябрь. И все. Видео по 8-10, там бывает 20 минут максимум, в основном 8-10 минут. И все. То есть кому интересно, реально присоединяйтесь, пробуйте, да. То есть тут самое главное, там просто много таких приколов, которые можно сказать, типа, ай, зачем это делать, я это все умею, да. То есть так можно сказать на что угодно, абсолютно. А можно взять и попробовать. И, ну, в целом, просто попробуйте, почему нет. Там всякие прикольчики там будут. Игра там с одной базой, вот это все. И как бы если в правильном порядке все это тренировать, то в целом в конце месяца можно чувствовать уже, что, о, я вроде бы все понимаю, нужно еще поднакачаться. И вот за 2 месяца, то есть это октябрь, до Нового года уже в мастер точно выйдете. Ну, скажем так. То есть, а скажем, по этому, по уровню, да? Я бы сказал так. Сейчас у меня не лучший мой уровень. То есть лучший уровень мой был где-то года 2 назад, наверное, когда было прям еще менялись меты, и было прям реально, типа, как это можно сказать так? Интереснейшее, да, типа, все это дело там. Изучать, мне нравится придумывать вот новые билды и все вот эти вот истории. Вот, где-то в то время я активно в турнирах играл. И вот тогда именно по уровню игры я был круче, чем сейчас. А вот по теории, как бы, ну, это вот процесс. Сел что-то, проанализировал, вот теорию поднял. То есть какие-то новые штуки появляются. То есть теория это реально процесс, так сказать, долговечный, да, то есть вот уровень теории у меня сейчас вот 5 лет опыта там в StarCraft, например. То есть тот, кто играет с Wings of Liberty, у него вот уровень теории 10 лет. Он не значит, что он будет, возможно, круче моего, потому что, ну, может, он потом перестал анализировать и просто играет. А я, ну, до сих пор там, например, пытаюсь какие-то штучки понять, разобрать и где-то что-то понимаю. Но теория — это дело такое.
Так, поищем прокси, потому что этот чувак пришел и ушел. Так, пошла со цеха. Thank you.
Мы его сейчас будем просто перемашивать. Так, будет в какой-нибудь угол залететь хотя бы. Mm-hmm.